Токио. Всем привет, с вами я, Артур. И мы находимся с моей бабушкой вот возле лабораторного пруда, где плавают рыбки. В сезон даже тут рыбачат и дети, и взрослые. Это такой местный их вид спорта. Вот такой вот, вот так выглядит все вместе. Бабушка, этот мужчина что, рыбачит? Нет, он играет. А, играет? Вот так выглядит наш лабораторный пруд. И в центре даже были фонтаны, которые ночью светятся. Но они теперь не работают. Если вам нравится наш парк возле нашего дома с озером, то поставьте, пожалуйста, лайк.